Эй, привет! Чё там по чизкейку? Ко мне приехал блогер Бокс от компании Must Have с их новым вкусом чизкейк. Да, вкус не сказать, что супер новый, но в интерпретации Must Have интересно будет покурить. Но вначале давай посмотрим, что же в этом блогер Бокс. На самом деле, компания Must Have давно меня вроде как удалила из списков блогеров. И этот бокс для меня такое прям, интересно. Давайте смотреть. Что у нас? Ну, первое, главный виновник данного события, данного видоса, это чизкейк от компании Must Have. Здесь есть, собственно, вот такие вот миксы. Я тебе, друг мой, расскажу другое место, где есть охуенные миксы, но чуть попозже. Поэтому это мы убираем. Далее идет крутая кепочка. Бейсболка с сеточкой сзади. И ее вот так вот можно одеть и спокойно сидеть, трындеть. Мы ее тоже пока уберем. Далее, ну что у нас? Фирменный мундштук от компании Must Have, который ложат во все блогер-боксы. И, наверное, кто их чаще посылает, их много. У меня же их почти нет. Хорошая чашечка. Прямо сексуальная. Турочка. На ней, собственно, мы сегодня и покурим. Сорян, Биг Макс, но ты немного в ауте. Ну и, конечно же, сам Must Have чизкейк. А ведь я курил чизкейк только у Дафта, и то в бородатых 2018 годах. Вот и все. И есть еще целая книга. Я не знаю просто, что это. Блять, каталог вкусов. Нахуя. Погнали открывать чизкейк. Но я же тебе обещал рассказать про очень крутое место, где можно выбрать крутые миксы. У тебя творческое выгорание. Ты не знаешь, что придумать, покурить. Все миксы, которые ты находишь в интернете, на непонятных сайтах, не подходят. Ты задаешься вопросом, что тебе все надоело. Hookaportal.ru. Твое спасение. Огромное количество проверенных миксов на разную тематику с разными брендами, которые тебе точно угодят. Больше 2500 миксов от пользователей. Удобный поиск, удобная сортировка по брендам, вкусам. Или наоборот, ты горишь изнутри, потому что у тебя много своих миксов, и ты не знаешь, с кем ими поделиться. Hookaportal дает тебе возможность поделиться своим миксом для всех пользователей, и ты можешь поделиться этим миксом со своими друзьями, чтобы они посмотрели и заценили его на hookaportal.ru. Ну не суть. Давайте откроем, понюхаем, посмотрим. Так легко открылось. Чизкейк очень насыщенный, глубокий запах, 100% подчеркивающий чизкейк, с кофейными нотками, с хорошей сырной кислинкой, как будто чутка добавили алкоголя, знаете, вот так вот веет алкашкой. И это не похоже на Дафт. Это немного другое. За столько месяцев не курения Must Have, у них стало сырье прям симпатичное. Либо просто я от него отвык. Давайте мы это все аккуратненько наложим. Так, вроде с нашей задачей мы справились. Давайте смотреть. Да, это можно распушить. Это не ебаный пластилин, который был раньше у Must Have. Намного приятнее забивать. И вуаля. В принципе, что и стоило доказать. О чем сегодня вообще выпуск? О том, что пахнет-то все это круто. А вот как это курится, это большая разница. И нельзя сравнивать табак по тому, как он пахнет. Надо его прокуривать. Запомните это. Ло, поехало.
Ну что, как вам сказать? Это нихуя не чизкейк, не знаю почему, но сырная кислинка, сырная ароматика полностью ушла. Это больше какое-то кофе с печеньем, какое-то фраппе. Чизкейка не чувствую вообще. Реально, да, это кофе. Кофе. Вкус кофейный именно с печеньем, но никакого сыра, никакого чизкейка в помине нету. Не знаю, что у вас там, как вы там себе надумаете, что вам скажет ваша психосоматика, но Дава вам говорит, что это хороший кондитерский десертный вкус, кофе с печеньем а-ля фраппе, но ни в коем случае никак не чизкейк. Курить можно, курица прикольно, но это не чизкейк. А я ждал прям мощного чизкейка. Поэтому компании Must Have огромное спасибо за бокс, особенно за кепочку. Жалко, что лето уже закончилось и кепка немного не ликвидна, но все же большое спасибо. Спасибо за то, что добавили обратно меня в ваш списочек блогеров на рассылочку. Очень приятно. Ну и, конечно же, спасибо за хороший десертно-кондитерский вкус. Жалко, что не чизкейк. Разочарован. Несколько баллов. Вам не поставлю. 4 звезды вам. 4 из 5, потому что это не чизкейк. Но также, если вы хотите собрать хороший чизкейк, то hookaportal.ru, там вы можете его собрать спокойно из того, что у вас есть. Поэтому всем пока-пока. Это Дава Дым.